ЧП на Мозаике, это мое предположение, иду в магазин продовольственный, и вот увидел, наш какой-то выехал на тротуар, столб, это вот даже целый столб здоровенный сбил, значит, на машине, а вот он себе все повредил, он сильно впереди бампер, и, значит, сразу к нему подъехала полицейская машина, но полицая там внутри нет, и вот наш квартал, значит, они куда-то нарушили разбираться. Вот так вот, ЧП по дороге, съемка ЧП по дороге производственного магазина, продовольственного.